Всем привет, с вами снова я, Иван Сусанин. Я решил немножко приодеть Тревора. Надо немножко все-таки сделать его более цивилизованным человеком, что ли. Ну, давайте ему джинсики оденем. Так, хорошо. Кроме джинсов, нам нужно какую-то футболку, да? Нет, наверное, все-таки лучше костюм. Типа того что-то. Ох ты. Нет, это не пойдет. Цивилизованный человек. Ну, ему такое что-то не слишком светлое. Вот, пускай вот так вот будет. Отлично. Так, ну и, конечно же, не забудем про голову, про головной убор. Так, ну давайте одноцветно сделаем все. Отлично. Все хорошо. Ладно, я заплатил деньги и отправляюсь в путь. Поехали. Короче, да. Нам нужно будет карго-боб сейчас угнать. Где это сделать? По-моему, где-то вот тут вот, да? Что-то я видел подобное. Вот, по-моему, тут вот. Что-то в этом роде, да? Вот это что такое? Вещь знаменитости. Помните, да? Вещь знаменитости мне надо было собрать. Давайте сходим туда, прикольно просто. А потом будем воровать уже карго-боб. Блин. В какой-то помойке, наверное, лазить, да, скорее всего? Давайте попробуем. Мне просто хочется попробовать, как это будет делать Тревор, помогая старичкам. Очень уж мне кажется забавным это задание. Ти-ти-ти-ти-ти. Воровство подобного рода. А потом пойдем за карго-бобом и тому подобное. Там куда вертолет угонять? Посмотрим. Сейчас наша задача несколько спокойно, не страшно. Я думаю, что... А интересно, что они мне за это дадут? Просто спасибо скажут, наверное, да? Потому что они не очень богатые люди. Говорит, вау! Но на самом деле такие люди, фанатики, они готовы, наверное, выложить все свое состояние за такие подобные вещи. Ой. Сейчас посмотрим. Пойдем и увидим. Далеко ехать-то, наверное, да? Неважно. Самое главное, чтобы добыть вещь. Ох, цель. Офигительная цель у меня сегодня. Ти-т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 и. Феллари. Или Ламборджини, хрен его знает. О, все, я приехал. Так, и чё, как я туда должен проникать? У меня, наверное, какие-то несколько способов будет, потому что... Еще и от полиции удирать, да, придется, наверное. Потому что райончик большой, получается. Вот тут вот, да? И чё, где я её должен брать? Зайдите в клуб и найдите Вилли. Ух ты. Вилли. Сувенир Вилли. Вилли. На втором этаже или нет? Может быть, на первом, может быть, с той стороны просто. Вот он, вход, да? А хрен там. Он, наверное, на втором этаже. Во. Так. Где у нас находится Вилли? You guys were amazing tonight. Ah, you know. Chinstainer is like my ultimate breakup song. That track is so fucking layered, man. It's like Renaissance painting, buried in all the noise. Чё, мне нужно с ним поговорить, наверное, да? You know what I mean? Такое ощущение. Ну, пойдем. Got any chewing gum or bit? Hey, man, no more autographs. Hey, that's okay. I want something more personal. Piss off, you twat, before I kick your ass. Эй, потише со мной так. Охренительный Вилли. Ну чё? Готов? Золотой зуб Вилли. Я взял? Полиция едет. Покиньте сектор. Короче, надо уходить. Где выход-то? Блин, это гримерка. Сейчас меня полиция будет преследовать за мой украденный золотой зуб. Где выход? Вот выход. Где моя машина?
сбоку должна была стоять. За золотой зуб. Они меня будут преследовать. Блин, машина вон, я стоял вон там. Вот не дай бог я разобью машину из-за вас, козлы. Воу, уходим. Свободен. Прощай, дружище, 2 звезды, нормально. Все очень много. Избили Вилли, блин. Вилли. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. По прямой-то я далеко уйду. Оторвемся нафиг. Придурок Уилли. Ладно, я сделал задание, это уже сделанный вопрос. Решенный. Так. Давай быстрее, уходи в сторону, ну. Без проблем, да? Такие задания, просто охренеть. Золотой зуб. Тоже мне задание, блин. Ни за что бы не догадался, что придется какой-то золотой зуб у какого-то там Вилли отнимать. Все. Отлично. Я сделал задачу. Ну и что? Найджел. Эй, придурок английский. Угадай, что у меня есть. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. One gold tooth, courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. Marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Куда ехать? Да, ехать не надо, да? Задание выполнено и все. А что я за это получил? Так, выполнен на 75, экспорт у меня не получился. Ну ладно, хрен с ним. Ладно, поехали тогда искать Каргобоб. Где он находится, кстати? Каргобоб. По-моему, под... Где-то вот... мини-подлодка. А, мини-подлодка есть. И есть... Пошли туда, наверное, да? Подлодку будем воровать. А потом уже с Каргобобом решим... наверное, Майкла заставить придется это сделать, да? Ой, Тревор, какой ты молодец. Людям помог. Зубик вышиб. Так, что это? Босс, вы просили напомнить вам про вертолет и форт Занкуда. Вы ведь про него забыли? Да ничего не забыл. Так, подожди, где он? Что ты гонишь? Так, такой вертолет есть на военной базе форт Зандур. Следи за другими вертолетами. Так. В ZT-зоне, возможно, придется избавиться от них в первую очередь. Так. И чё, где я должен искать этот вертолет? Подожди. Вертолет на военной зоне. Так, подожди. Военная зона. Блин, где-то вот тут вот нет. А, о, Каргобоб. Как раз там же. Где и подлодка? А, нет. Каргобоб сверху, а подлодка снизу. Я не знаю. Ну, давайте, может быть, все-таки лучше к Каргобобу слетаем, а? Каргобоб будет более интересно, наверное. Поедем сейчас туда. Разворот. Да. Хочу. Хочу эту машину небес. Угонять придется сложно или нет, не знаю. Но сейчас попробуем. Ночной город. Та-та-та-та-та. Нормально все. Ух, Тревор, придурок. Ух, какой он мощный придурок. Да, яркая личность. Хорошо. Его операция начала уже действовать. И через какое-то время, когда мы найдем подлодку, когда мы захватим, своруем вертолет. Эта операция, это безумная операция, я думаю... Если операция слишком безумна, то она вполне осуществима, реально. Я думаю, это как раз тот самый случай, когда безумная операция безумного человека будет исполнена. Ох, смотри, как хорошо я шел сначала, блин, пока не стал попадать по машинам. Хорошо. Хорошо идем! Далеко ехать-то, блин. Да уж не так далеко осталось. Теннисный корт. А вот интересно, сам Тревор играет в теннис, нет? Или он только так
оружием машет. Русскую рулетку, да? В основном предпочитает. Нежели. У теннис. Двойную сплошную. Хрен на тебя. Отлично. Так, далеко. Следующий путь. Ух, не туда пошел. Слетаю, слетаю. Так, ну вот я уже почти поехал. Блин, а это что такое? А, это задание Майкла, чё я прям? Или чё это? Ну-ка. Чё случилось? Кто-нибудь, пожалуйста, ну-ка. Ты не знаешь, что такое, Тревор? Куда едем? Надеюсь, в ту же сторону. Блин, в обратную сторону. Так. Да пошёл ты нахрен, не поеду я с тобой. Ага. Тебя выкинуть, что ли, блядь? Пошел нахрен. Он сейчас будет... Ну ладно. Я хорошо, что взял его с собой. Хоть кто-то будет развлекать. Либерти Сити летишь? Ну, посмотрим, посмотрим, куда ты полетишь. Может, со мной полетишь? На каргобобе. Да нет, не заметил. Случайно. Случайно не заметил машину. Тревор. Well, listen, buddy, because you're helping me out, I want to help you out. My back, your back, they both get scratched. Get me to the airport on time, and I'll give you... Are you trying to kill us? Get me to the airport on time, and I'll give you the kind of tip you can really take to the bank. I am hungry. Да пошел ты со своими акциями, не хочу я. Акции какие-то там нахрен, на акции, че, блин, американская херня. Нам лучше войнушка. I know what you're thinking. With everyone belt tightening, it's not cool. But you gotta stop mixing up investment and retail. We didn't cause this housing bubble or the last one. I don't even speak to those retail drones. О, я куда-то не туда поехал. Подожди, а где карго-боб? Так, секунду. Я проехал немножко, вот он. Где-то наверху. Сюда, да? Расслабься, у нас тут есть карго-боб. Так, подожди, как туда доехать? Сейчас полетаем, подожди. Да успокойся, успокойся, успеем. Так, где-то тут должен быть вход. Да пошел ты нахрен. Не буду я тебя никуда вести. Повеселимся лучше, дружище. А как мне туда проникнуть-то, а? Вот это больше всего смущает. Как мне заехать-то? О, блядь. Да все нормально было, че ты? Давай зайчика давай. Ладно, пускай живет. Где вход-то, блин? Мне нужен карго-боб. Так. Как проникнуть внутрь? Оп. Так, главное не слететь. Че, неужели я тут никак не могу пройти? О, по-моему, мы нашли вход на посадочную площадку. Отлично. Да ни хрена. Все намного сложнее. Вон карго-боб стоит, кстати. Как мне туда в него заехать? О, нет, только не это! Вау, это Тревор. Само... профессионализма. Так, чё? Время, 19 секунд осталось. Я не выполню задание твое. Извини. 17 секунд.
Так, это что у нас, проход, нет? Не вход опять. Я не вижу, где вход в этот. А, вон, по-моему, да? Или нет? Попробуем сейчас заехать туда. Каргобобик. Вот машины стоят. Они не зря, не сами же они сюда заехали. Не занесло же их ветром туда. Так, ну чё, я круг сделал, и нету никого. Пошел нахрен. Свободен. Так. А, вон въезд, отлично. Наконец-то. Я хотел тебе помочь просто. Все хорошо. Сумасшедший, сумасшедший. Так, и что нужно сделать? Просто заехать? А меня пустят туда, нет? Похоже, нет. Ну, мне вообще похрен. Пустят меня туда, не пустят. Я просто заеду и все. И украсть карго. Боб. Воу. Они меня ранили. Они точно, смотри. А, ни хрена себе они херачат. Точно в меня. Сори. Ты был последним выжившим. Блин, а как мне... у меня полжизни осталось. Мне кобздец. Мне кобздец, у меня полжизни осталось. Полжизни. Вылази, вылазь, вылазь, вылазь. Быстрее, быстрее. Быстрее, Тревор. Садись. Улетаем. Уходим. А, жизнь еще есть. Жизнь здоров, жизнь здоров. Уходим. Какой кошмар. Оторвите от военного вертолета. Ух ты, за мной еще военный вертолет летит. Ну, еще не хватало этого, а. Я стрелять не могу. Я ничего не могу делать. Так, вперед пошли. Пошли вперед, вперед. Воу. Фу, как это сделать? Оторваться от военного вертолета. Если он меня сейчас захерачит, мне кобздет. Ладно, уйдем. Нормально, нормально, уходим. Вперед. А как оторваться, а? Кто мне поможет? Как оторваться от вертолета соперника, врага? Врага, соперника, игре. Я стрелять не могу ничем. Если бы можно было чем-нибудь стрелять, было бы круто. Так, оторвемся, нет? О, да, оторвался, все. Доберитесь до ангара, отлично. У меня, по-моему, есть ангар, да, мой личный. Если вы помните. Попробуем дозвонить. А он не брал. Он не брал уроки, между прочим. Майкл. Все, я сделал все, что надо было. О, да. Теперь у нас есть карго Боб, с которым мы будем круто воевать сейчас. Всех победим. Жаль, что у него нет никаких особых оружий, да, на крыле самолета. Было бы круто. Но это ж не война. Так, подожди, нужно, наверное, спуститься вниз. Сколько я понимаю. Стоп, секунду. Потихоньку опускаемся. Я надеюсь, его не надо в ангар закидывать. Так, подожди, я туда куда-то не туда еду. Слишком быстро вниз. Слишком вниз. Так, стоять. О, аккуратно, аккуратно. Все, спускаемся вниз. И, между прочим, я даже не тренировался на вертолете летать. Все было просто супер. А? Супер же, да? Вы согласитесь со мной, что все было просто великолепно.
Что, засчитали, нет мне его? Да. Ага, расширено. 50% за 6 минут я это все сделал, отлично. У нас получилось просто супер. Так, здесь будут сохраняться вертолеты, купленные на веб-сайтах или посаженные на эту площадку. То есть я украл этот каргобоб, и теперь у меня есть в ангарчике новый вертолет. Так, здесь будут сохраняться самолеты, купленные на веб-сайтах. Так, также здесь будет состоять транспортное средство, не помещенное в гараж.